Врач-косметолог высшей квалификации – это специалист, который активно практикует, постоянно обновляет свои знания, знакомится с новыми методиками, а также нарабатывает свои собственные. Обмен опытом может происходить не только в формате консилиума или круглого стола. Так челябинским врачам предложили участие в чемпионате. Наша цель была, чтобы врачи, во-первых, показали свой профессионализм, поделились опытом, то есть все врачи работают по-разному, разными методиками. Чем больше у врача опыт, тем больше он может себе позволить какие-то вот уже на основании своего опыта находить авторские наработки. Также была цель вообще показать женщинам, что можно сделать с помощью косметологии буквально вот за 2-3 месяца. Задача косметолога – сделать пациента моложе и привлекательнее, не меняя его индивидуальности. Именно это и оценивали судьи чемпионата. Каждый косметолог старается показать максимальное количество своих методик, каких-то авторских, либо после обучения, чтобы сделать максимально гармоничное лицо, сделать его моложе. Работа моделью на чемпионате по косметологии – вопрос, требующий определенной смелости. Впрочем, фактор доверия к врачу очень сильно влияет на результат. Когда мне предложили участвовать, я с радостью согласилась, потому что у меня трое детей, мне хотелось что-то изменить, стать помоложе. Я думаю, нам это удалось. Мне хотелось изменить вот свои глазки, немножечко вот уже были возрастные проблемы. Я считаю, что мы справились с этим вообще идеально. Мы ничего не резали, я полностью доверилась своему косметологу. Мы с ней, конечно, все обсуждали. Результат на лицо. Хочется выходить как-то в люди. Ощущение совсем другое. Ты себя чувствуешь более уверенно, когда ты хорошо выглядишь. Как и в обычной жизни, мы согласовываем все возрастные коррекции с моделью. Моя модель Инесса, она сегодня меня также поддерживает. Мы ставили сдачу зона глаз. В принципе, выглядеть хорошо, потому что у нас очень хорошие изначально были данные. Нужно было сделать небольшие докоррекции и поработать просто с областью глаз. Как я говорю, иногда, наверное, доказать хирургам, что косметология тоже что-то может. В этой истории нет победителей и побежденных, зато есть понятие доверия и профессионализма, системного подхода и чувства меры. Все это и делает врача-косметолога конкурентоспособным и успешным.